Касым-Жомарт Токаев обратился с благодарностью главам государства, выражающих сочувствие и поддержку из-за паводков, а также поблагодарил казахстанцев, встретивших природную стихию, проявив сплоченность и единство. Текст обращения глава государства опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. «Ни один человек, цитата, не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается», — отметил президент. В дни природной стихии, охватившей целый ряд регионов страны, на мое имя поступают обращения глав дружественных государств со словами сочувствия и предложениями помощи. Казахстан искренне благодарен за готовность наших друзей проявить солидарность в нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам. Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости. От всей души благодарю граждан Казахстана.